перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Модненько сидеть. А ты что, ну? Ёба. Короче, понял, брат. Короче, я приехал до Москвы со своим братом, короче. Ну, ты понял, мы отца, короче, в селе корову продали, понял? Купил я себе Феррари, понял? Ебошу, короче, по Москве я на Феррари, хлопцы, понял? Годинник в мене, диви, який, блядь, Феррари. А кофта яка, блядь, теж нахуй Феррари, блядь. Штанці нахуй Феррари, блядь. Хлопці, усе, асистенти, шо ви, пацики, як діла, блядь? Йоб твою кореняги, гроба мать. Шо там, дощ тече, да, блядь? Короче, капелюх в мене теж Феррари, оце єбошим, блядь. По Москве, нахуй, понял, блядь. Бля, бра, я нихуя не выспался, але ты... Мы ж профессионалы, поэтому треба працювати, блядь. Шо вы там, як вас нахуй справи, блядь, пиздец, блядь. Я ебошу на Феррари. Де ты, блядь, бачив таке Феррари? Диви, які нахуй кнопки, блядь. Дядя, пиздец, диви. Подставка магнитна, блядь. Диви. Диви, коробка, в мене даже рація є, блядь, ти чуєш, нахуй, блядь, я заряжений, нахуй заряжений пацан, блядь, єбошу у столиці, нахуй, вон там ще машини, всі сіли, блядь, по машинам, мене, я... короче, це, блядь, страшне коїться, йобана життя, а ви що там, що у вас, дайте я вам хоч, блядь, Москву, нахуй, покажу вам, пиздец, блядь. Диви, нахуй, дощ ебоше, блядь. Дощ ебоше, ніхуя не видно, блядь. Пиздец якийсь происходит, блядь. Бля, я дождичка не взяв, що свою олімпійку. Диви, яка в мене олімпійка, йобана жизнь. Феррарі, блядь, старий. Ти колись бачив, блядь, таке? Ти колись вообще таке бачив, що ти оце базариш, блядь? Базар, останавливайтесь. Пиздец, блядь. Шо, як діла? У мене все заєбура. Що там, бля, нового? Що там коїться, нахуй? Ми там не можемо остановитися, у нас відкрит балкон. Що, я можу вийти чи ні, бля? А, могу ли я вийти? Зараз нам треба посадити Рому в машину на заднє сидіння і зняти те, що ми робили до цього. А, все, я понял. Так і живемо, бля. Раз, повтори. Нам нужен Рома зараз для кадра. Рома для кадра нужен. А дайте мне попить, а то что-то суша. У меня в райдере води. Йо, ребята, а есть попить, а то что-то присушило? Да, принесем. Только не дождевое мне, а обычное. Спасибо. Я завязал с такой хуйня. Что там коится, блядь, пиздец. Ебашу на Феррари. Гарри на Феррари. А? О, дох, вот там, брат. К нам? Брат, я видел, что ты пишешь, я тебе отвечу. Да, я в Москве, брат, блядь. Зараз Феррари, нахуй, дави. Феррари свою заведу, блядь. Ёбана жизнь. Какого сюда, точку, да? Ой, бля. Спасибо. Он едет к вам, вот Бентли сейчас подъедет, и он в ней. Неплохая разъездная машина. Бля, я бы вам зараз показал, как вона газує, бля, але не хочу, дядя, пиздец. Не хочу, бля, зараз... Зараз, бля, пилюка, нахуй, підиметься, бля. Йо, Кирило, йоб твою кореняги, гробо мать, бля, старий, пиздец. Ти в Москве, ти що, вернувся, бля? Брат, блядь, пиздец, ебошу на Феррари, блядь, пиздец. Бля, всі, хто хоче зі мною встретиться, я вам і встретиться, а в мене часу немає. Шалом, бродяги. Оса. Как дела?
Что, братан, на Павелягу, с Павеляги до Куска за два косаря поедем? Что-то ты жмутишь, ты что? Бля, ты бачишь, бля, какой у меня прикид? Ёбана жизнь, пиздец, бля. Как у Шумахи. Братан, время. Ребята, очень срочно, но... Опаздываем, да. Часики тикают. Пацаны, время срать, а мы не ели. Давайте раздупляться, пиздец. Маккофе мне зарабить еще, пиздец. О, дайте попить. Сейчас зону в машине. Вот большой зон, черный. Давай, брат. Ой, царь. Я не знал. А че вторую не дал, зажал? Я зон будет через 2 минуты. Опа, сел. Вот так вот. Зараз на фабрике. Бля. Сердечко по тебе сыпется. Пиздец, ебоша. На, я... на птицефабрике меньше, брат. Как доехал, брат. Это все сердца, которые я разбил за сегодня только. Ой. Костя, пока ты там, посмотри. Да, там дождь попустился. Для вот этой сцены с блондинками. Ты что, я на сидя в Роллс-Ройсе не намокнул? Это я тут. Это я тут на Феррари, блядь. Да, да, да. Кум рулю, я газую, блядь. Наготов, на годов, браток. Зараз мы на связь выйдем. Если он может, конечно. Давай. What's up, я нига? Ты что там газуешь? Куда газуешь? Бля, старый, газую нахуй по Москве, бля, як скажены нахуй. На Феррари, бля. Кажи, куда заехать, пидемо, бля, по девчатам. Братан. Мы тоже газуем, але на Кадиллакове. Нихуя себе. Братан, мы тоже где-то подождем. А? Тоже под дождем, говорю, где-то ебашите. Да, под жестким. Смотри. Брат, ты с Ростова ж вернулся? Да, я вот это прилетел. Сейчас, короче, сразу улетаю. Завтра буду. А ты когда будешь в Москве, брат? Завтра буду. Ну, слушай, я завтра еще здесь. Я завтра с самого раннего тута, так что... Пидобит. Давай, блядь, зустрінемся, ёбана жизнь, пиздец. Давай, підобіть десь. Годинки другі. Я тебя, брат, на Феррарі нахуй покатаю, ёбана жизнь, блядь. Пиздец. Поїдем нахуй пісяк цеплять, дядя, блядь. На красном, будем оба на красном, понял, блядь. Поїдем на Красну площадь, до Маку, до Маку. Конечно, постоїм там, понял, помінжуємся, дядя. Это как на ВОК надо подъезжать, стоять, да. Чай. Это знаешь, как в Киеве на Сакар приезжают? Да, либо на Сакар. Под Сум подъедем, понял, постоим, поклюем, понял. Да. Или не, подъедем под гостиницу Украина. Там, базара нет. Да. Бля, братан, я соскучился на самом деле, пиздец. Давай завтра словимся обязательно. Ну все, не давай, а мы завтра ловимся, понял? Давай. Мой менеджер с тобой свяжется, брат. Давай. Я тебя сейчас вышлю. Давай. Давай, родной, обнимаю тебя. Давай. Давай, это поработает только заряд. Что я, бля, хочу сказать? Мы поехали. Удачно. Короче, устроился первым день таксистом, понял, работать. На Феррари, брат. Первый раз устроился, короче, работать пассажиром. Да ты зачем рано спалил, елки, думал, ты устроишь таксистом работать, а я говорю. А ты да говори. А я говорю, что я устроился работать пассажиром. Я пассажир вообще. Ну вообще. Ты манжет какой-то, понял, подсел, что-то. Люпидоночка. Там он за рулем какой-то фрикаделька в спортивном трико просто. Посмотрите, что это за просто водитель. Посмотрите, что это за манжет. Что за водитель просто. Ты ж пару лет назад был рэпер. Какой рэпер, ты что, гонишь? Меня прогнали, меня лобало, куда-то прогнали с рэпа давно. Сказали, все, бля, ну, будешь ты теперь музыкантом, понял? Фрикаделька киевская, гляньте. Я котлета сразу, по-киевски, да? Котлета, и в теле по-любому. Ну как ты на Феррари ездишь, как ты себя чувствуешь вообще? Бля, брат, ну ты знаешь, Москва дает силу. Не знаю, посмотри, сколько времени, а то у меня времени нема, брат. Сколько это времени? Ага. Полвторого. Полвторого? Да. Бля, полвторого было в полвторого. Почему у тебя там полвторого? Я говорю, полвторого подай мне. Я больше полвторого, понял?
Ваня, дай на эфир на тебя выйдем, да, друг другу покучимся. Давай, давай, я тогда выйду, я выйду. Не-не-не, ты не можешь, да? Не, надо выйти к тебе. Я вышел уже. А я у себя выйду или тебе? Да, у себя, у себя. Да ты палишь все, блядь. Есть уже рация, все нормально. Короче, устроился первый день таксистом, по-моему, работал. На Феррари. Первый раз устроился, короче, работать пассажиром, короче. Да ты зачем рано спалил, елки, нужно было, ты устроишь таксистом работать, а я говорю. А я говорю, что я устроился работать пассажиром, короче. Я пассажир вообще. Манжет какой-то, понял, подсел. Хлюпидоночка. Там за рулем какой-то фрикаделька в спортивном трико просто. Посмотрите, что это за просто водитель. Посмотрите. Смотрите, что это за манжет? Что за водитель просто? Пару лет назад был рэпер. Какой рэпер? Ты что, гонишь? Меня прогнали, меня Владвалов и Децл прогнали из рэпа давно. Ты дали все, блин, да? Будешь ты теперь музыкантом. Ой, фрикаделька киевская, гляньте какая, зразочка, киев, да, котлета, тефтеля по-львовски, ну и как ты вот на Феррари ездишь, как ты себя чувствуешь вообще? Да, брат, ну ты знаешь, Москва дает всему, не знаю, посмотри, сколько времени, это у меня времени не мама. Давай, брат, гляну сейчас, ага, полвторого. Полвторого? Да. Да, полвторого было полвторого. Так почему у тебя тогда полвторого? Я говорю, полвторого подай мне. Я больше полвторого, понял? Подожди, дай на эфир на тебя выйдем, да, друг другу подключимся, чтобы был полный локаут. Не-не-не, ты не можешь, да? Не, надо выйти к тебе. Давай я выйду. Я уже вышел. Сейчас. О, есть все, есть. Я просто звук выключил. За кого оно мы сдали? Каково оно быть за ей? Поехали за солями! Ты сразу не сказал, я смотрелся, не знаю, куда вы... А вы куда поедете? Развлекаться. Веселиться. Я как настоящий семейный мужчина поеду веселиться. Я поеду покупать новый шкаф в Икею. Новый шкаф в Икею поеду покупать, а на оставшиеся деньги куплю Хундай. Дай Хундай! О, смотри, а я себе такую машину купил. Ты видел, у него диски стоят по оборотке. Нет, не видел, да. Форджиата там стоит. А как ты его приблизил? Вот так. А, вот так, подожди. Давай кто кого смешнее приблизит. Покажи челюху. А ухо, ляй. У тебя ухо как дупло хорька, посмотри. Ну посмотри на свое ухо, глянь. Как будто у тебя писуня, да? Утяка, утяка. Фирки-фирки. Я слежу за машиной, глянь, мы как будто копы. Четверки, третий, проезжает гамасик, значит, смотрите, там сейчас подъезжаем, все, мол, начинаю задержание, хамас. Третий, как принял. Двойные губы тебя ласкают. Нежный Альберт, тот, кто тебя так никто никогда не целовал. За Никриком. Там путь следующий на горку. Там после заправки разворот. После разворота Микрик остановится. Разворота! Смешная фраза, разворота. И дальше
дальше они начнут снимать, вот как раз вот на этой прямой, в обратную сторону. Uh-huh. И все. Эффект из 80-х, да? Юмагат! Ты лохат, ты осел! Руки, руки, бэнг, ого! Бля, крейзи, какие эффекты, видел мы лепим? Шиповаловский глаз, знаешь ты. Посмотри на меня, я на виду, на тебя замедленно. Всю жизнь он копит на Феррари, на меня смотрите. Для того, чтобы просто работать таксистом. Ведь он Абдул Салих, богатый шейх из Объединенных Арабских Эмиратов. Вот что, нормально? Ой, никому не показываешь, что это Kia, да? Это Bakia. Это Bakia. Видишь, как гонорар пролетел у тебя перед носом, видишь? Слышишь, Бакси, ты все спрашиваешь, что это вот лимане. Скажи им, конечно. Это, я, ребят, я сразу хочу сейчас откровенно сказать, что я поверну камеру сейчас на себя. Все камеры сейчас на меня. Ребят, я хочу вам сказать, что мой племянник Альберт, он же Лабертино Лоретти, он же старый контрабас, он же Вилли Смычок, он же банджо для оголтелых маскировщиков. Он мой племянник. Он мой племянник. Альберт мой племянник. Но я не его дядя. Вот такая вот загадка. Потому что у дяди не может быть дяди, дядя. Вот так. А вот так общей, да? Ну да, нормально. Дядя. Да, и баллы волосся, что нормально. Соса. Ну какой чили как за тебя будет? Блин, круто, это пение носами своей. Why don't you to make love me? Я буду вот так вот. Видно. Ребята пишут, это ужас. Ребят, всем, кому наша трансляция кажется ужасом, бегите отсюда, как сумасшедшие. Спасайтесь. Ой, тихо, нас могут намочить, закрывайте окна. Быстрее! И задняя, задняя, задняя! Задняя! Валерка, закрывай! Успели. Потому что Альберт — это спаситель, спасатель. Бля, ебать бы ты москвич, ты москвец, сука, дадут проехать, нахуй, ёбаная жизнь. Слушай, ты чё так про Москву, про нашу столицу? Говоришь, не надо приезжать сюда, если не нравится, то как мы живем, не надо приезжать сюда. Не завидим, блин. А тебя зовут, будь счастлив, будь рад этому, что тебя позвали, да, мы в Москву. А так бы ты там у себя в Бобруйске жил бы и плакал бы всю жизнь, когда не вырвался бы в столицу, в город, в Москву. Посмотрите, как он мчит, посмотрите, по нашей, по московушке, посмотрите. Ты даже не знаешь достопримечательности Москвы. Вот это Татнефть. Понял? Каждый по делу. Блять, паленые. Да, не, брат, в смысле паленые, это просто, блядь, я горящий. Да. Так, ну, короче, к нам хочет подсоединиться к эфиру. Никто. Никто. Тайга хочет в эфир. Тайга? Да. Что-то вот Тайга. Ты, кстати, же видел его, да? Вчера, да. А как вот, вот смотри, вот я зашел, смотри. Ага. Вот, это типа они запросы, да, присылают? Да. Вы одни тёлки. Давай, проверим. Давай. Стой.
Кого? Кого ты хочешь? Я не знаю, подожди. Как тут? Ну его кого? Его добавишь, не знаю. Ну вот, смотри, давай, вот, давай. Отменил. Испугалась? Думаю, ну его нахуй, понял. Палево. Так. Ты переверни камеру, чтобы нас видно было. Да. А как ты так перевернул? Ну. Ебать. Ты что, вот так вот можно делать? Смочи нам, брат. Да, что пишут? Здравствуйте, пожалуйста, внизу скриншот оплаты карты. Денису Смирнову нашему. Добратки, стой, 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 я тебя прошу, подожди, подожди. Пару сек. О, рядом, рядом. Жимахэн. Вот это. Эй, кислотный диджи. Эй, давай, давай, веселее. Ту-ру-ру-ру-ру. Туруру, подожди, тут где-то двойные были, если я не ошибаюсь, раньше мотоциклисты, помню, тут были. Они мало брали, прикинь. Это солнце пече, речка тече. А, вот солнце. Ничего себе. Так. Я выйду, пожар. Да жалко, пиздец, блин. Дождь сделал. О, смотри, нигер подключается к нам. Кто? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот этот. О. Это нигер, это негр, брат. Может, ты что-нибудь сказать? Бля, нихуя не получается, ты говоришь, переключать. Я переключаю, нахуй. Да вот, да. Хуй. Здорово, нига. А чё наши крылья не видно? А, потому что ты это солнышко, блядь, включил. Ебучее. Йоу, нига. Йоу, нига. Как дела? What's happening, G? А ты где, брачо? В Москве, дома. Кайф, кайф. Дома? Дома, дома. А ты где? Мы снимаем что-то. Что-то снимаем. Где? Клип. Клип. Клип снимаем. Yeah. Мы в Москве, брачо. А где именно-то? В каком районе? Мы на Нагатинской. А, так это у нас тут. А что за клип? Это у нас на районе. А что за клип? Снимаем клип «Крестной семьи», брат. А, вон. Роман, Роме, да, Роману? Роме, привет, да. Вон главный герой. Ништяк, слышишь? Так это у нас на районе, что, какие дела? Так подтягивайся, мы здесь. Давай. Скинь локацию, скинь ей локацию. А? Скинь ей локацию мне в Телеграм, пожалуйста. Давай, брачу, я тебе кину. Да. Давайте. Давай. А то у нас прямой эфир просто. Давай, включай. Так. Снимаем клип группы «Крестная семья». Вот режиссер клипа Юрий. Режиссер клипа. Не, режиссер Константин. Константин. А я просто автор идеи. Автор. Хороший. Все, он гонит, он режиссер. Да ладно, он всегда, видел, он всегда скромничает. Он всегда скромничает. Дядь Ром, ну расскажи, чё, какой концепт, что делаем? Концепт собралась куча замечательных друзей. Самое главное, да. Самое главное. Рус. И в том числе этот молодой лысый человек красивый. Поэтому... Вот, и мы снимаем клип на песню «Феррари. Крёстная семья». Вот. Все здесь. Да. Работа кипит. Москва прекрасна. Хорошая погода. Но не сегодня. Дядь. Ты не под меня косишь, блядь? Да, на красный. Опа. А когда пройдет на клетке мода, одену трубы с парохода. Ходом. Да, да. И вот так, и вот так. И вот так. Яш, одессит. Яш. Кстати, тебе с Одессы привет. Вот. Девочки, тебе тоже.
Так, ну что, ответим пару вопросов? Да. Давай посмотрим, кто у нас в этом еще запросе. Так. Друзья, на связи. Увидимся позже. Мы пошли снимать клип. Да ты уже снялся, брат. Бля, ну как ты с этим говоришь? Ты не пожрешь?